Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня с новой серией на проекте Bajin Holy Play. Сегодня будет очень интересная серия. Сегодня я покажу систему рейдов. Я вам сразу хочу сказать то, что мне не удалось забрать этот ящик, и я полностью не прошел систему рейдов. Я просто вам внешне покажу, как это выглядит, и вы просто будете в шоке, потому что я считаю то, что это пройти вообще очень сложно. У меня для вас есть предложение, давайте вы наберете на это видео 300 лайков за 3 дня, и я запишу еще одну серию насчет этой системы рейдов. Только уже я соберу много пацанов из своей фомы, и мы попробуем полностью пройти эту систему рейдов. Поэтому, пацаны, просто тянитесь, поставьте лайк, и также можете еще подписаться на канал, потому что моя цель до конца лета добить 19 тысяч подписчиков. А ты мне в этом можешь помочь. Если у тебя кнопочка подписаться красная, то сделай, чтобы она была серая, я тебе буду очень сильно благодарен. Также хотел бы вам сказать то, что 13 числа я уезжаю, получается, в деревню, поэтому всем рекомендую подписаться на мой инстаграм, потому что там будут интересные истории, фоточки. Также я планирую запускать стримы, чтобы с вами общаться, отвечать на ваши вопросы, поэтому кто не подписан на мой инстаграм, ссылочка будет в описании под видео, берите, подписывайтесь, вы не пожалеете. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, на 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazon Holy Play. Желаю вам всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Короче, пацаны, аирдроп появился там, вон, написала в чат, давайте вам покажу. Вот, внимание, на одной из вышек был замечен ценный груз, пора провести рейд. И я, короче, еду искать, на какой вышке, потому что на карте вроде бы как не показывается. Нужно искать самому, поэтому я лечу к вышке, которая находится возле этого. Здесь, по идее, может быть аирдроп, потому что я точно не знаю. Поэтому сейчас будем ехать смотреть. Я не помню, где эта вышка находится. Где-то вот здесь, по идее, да? Ну, я не знаю, тут это или нет. Скорее всего, нет. Потому что там я ни хера не вижу. Ну да, вроде бы там нету. Поэтому поехали на другую вышку. Я, правда, не помню, где еще есть. Ага, возле батареи еще вышка есть. Давайте я поеду туда и уже там посмотрим. Ебать, пацан, там пизда просто, отвечаю. Там просто пизда. Это просто пиздец. Я охуел просто. Я такого еще не видел. Пацаны, я попробую вернуться, вам показать. Ебать, там столько всякой хуйни. Бля, надо успеть, короче. Так, давайте я перезайду. Я на вертолет полетел, меня тупо с ракетницы сбили. Там стоят боты, короче. А я об этом не знал. Бля, а там типа их надо убить, этих ботов, я так понял. А как это сделать? Вот в чем проблема, блять. Ну, я вам сейчас постараюсь показать, как это вообще выглядит, потому что я охуел, пацаны. Ну, самому, я так понял, это вообще нереально сделать. Там как бы есть аирдроп. 4, по-моему, спецназа стоит. Боты именно. Не настоящие игроки, именно боты. И они тебя просто хуярят вообще щели, пацаны. Блять, надеюсь, оно сейчас долго будет, потому что я не хочу проебать. Я хочу вам показать просто. Я хочу вам это все показать, потому что я охуел, как это выглядит. Там, короче, ящик, я вижу, стоит. И стоит 4 спецназа. И по мне кто-то с ракетницы как шандарахнул. Я не успел это записать, потому что я не ожидал, пацаны. Но это надо просто видеть. Я сейчас быстро куплю все, что мне надо. Так, так, давайте я куплю фотоаппарат. Ремки сейчас быстренько куплю. А, у меня ремок вообще не было, да? Так, хорошо. Сейчас бабочки еще сниму. Сейчас куплю, короче, снайперку. И, ну, именно не такую охуенную, а обычную снайперку. И попробую издалека, короче, ебануть, потому что по-другому, пацаны, никак. Там только со снайперки надо хуярить. Я, конечно, не представляю, сколько у них там хп и брони, но мы попробуем. Я надеюсь, то, что это будет долго длиться, как бы, хотя бы, ну, пару минут, потому что я пока вышку нашел, блядь, потом охуел от того, что там происходит. Так, бронежилет, дробовик, охотничье ружье. Так, вроде бы все, в принципе. Да, больше мне ничего не надо. Все, берем вертолет, сейчас я подлечу, постараюсь вам показать с помощью фотоаппарата, что там происходит, потому что, если лететь поблизости туда, это пизда просто. Это просто, пацаны, пизда. Я не знаю, что там надо делать и с кем это надо делать, чтобы туда вообще залезть. Поэтому сейчас я вам буду потихонечку показывать. Главное, чтобы оно не пропало. Просто не знаю, сколько оно вообще действует. Скорее всего, полчаса будет этот аирдроп лежать. Но там вообще никого нету. Может, кто-то пытался туда попасть. Но, пацаны, это пизда, конечно. Там вообще нереально это сделать. Я думал, типа, это ОПГ между ОПГ будет так соревноваться. А там, пацаны, пизда. А там, видите, вон стоит. Короче, такая хуйня ракетница. Наверху, которая меня сбила. Так, а если попробовать подплыть к этой хуйне? Вот, видите, сейчас я вам покажу. Там, пацаны, пизда, смотрите, на вышке стоят, вон. А как их убить, пацаны, я просто не представляю. Это просто пиздец, смотрите. Это просто пиздец. Я, конечно, могу попробовать издалека пострелять.
Ну, скорее всего, оно не будет доставать, да? Так, надо поближе. Оно вообще достает или нет? Так, а если я попробую подплыть сюда? Просто их очень много, тут еще бомбы всякие в воде, видите? Это, пацаны, просто пизда. Нам еще пишется то, что мы зашли на территорию ихнюю. Тут еще вот эти бомбы лежат. Ебать мой рот. Вон по мне стреляет. А, мне пизда. Пацаны, там нереально, короче, заплыть самому. Я не знаю, что делать надо. Я просто не знаю, что нужно сделать, чтобы туда попасть. Как бы на вертолете ты не подлетишь, потому что вас тоже расстреляют. Как бы я не знаю, что там надо делать и с кем, чтобы вообще. Ну, это пизда, пацаны. Это просто пиздец. Я реально не знаю, что там делать надо. Я просто не могу себе даже представить. Но я вам хотя бы примерно показал. Ну, вы купаете, какой там пиздец происходит, да? Я думаю, вы понимаете, реально, какой там пиздец происходит. И никак вообще подобраться. Я не представляю, как туда подобраться. Ну, типа, это придется по ботам стрелять на вертолете. Я нереально вообще туда попасть. Потому что, ну, там ракетница стоит. Ну, все, пизда, пацаны. Пизда просто, ну. Я подлетел, я даже не видел, что там ракетница была. Ладно, я уже не буду, конечно, бабки тратить. А если маску одену, то меня не заметят они или заметят? Как бы я хуй знает, пацаны. Я реально хуй знает, что делать вообще. Я хочу туда залезть, как бы, но я не знаю как. А если я, допустим, маску одену, может она как-то поможет? У вас нет маски, отлично, поехали тогда за маской. Я не знаю, блин, это надо собрать очень много людей. Это дохуище надо людей собрать, чтобы туда попасть. Это надо подлететь, там, 4 лодки взять, подлететь туда, расстрелять их каким-то образом. И потом уже аирдроп этот забирать. Короче, пацаны, я не знаю, честно. Я не знаю, как туда попасть. Видоса вроде бы в ютубе еще нету насчет этой темы. Давайте я возьму дробовик. Я уже сколько бабок проебал на это оружие, блядь. Придется потом надали катать, отрабатывать эти деньги. Потому что, пацаны, это пизда просто. У меня такие эмоции просто. Вот это, пацаны, круто. Вот я согласен, то, что система рейдов, пацаны, это охуенно. Но, как, блядь, с ней справляться? Почему нету никакого видоса? Как бы, ну, я не знаю. Серьезно, я не знаю, пацаны, что там надо делать, чтобы туда попасть. Как бы на лодке тоже не вариант, потому что там вот эти бомбы, хуёмбы, блядь. Мне кажется, пацаны, это тупая идея, конечно. Меня в любом случае сейчас расстреляют, но я хочу максимально близко подобраться к этому аирдропу. Максимально просто близко. Понятное дело то, что я один их не убью вообще никаким образом. Просто хочу вам показать данную систему. Вот я уже над ними как бы. Это не у меня ракета летит, блядь. Это у меня, по-моему, ракета летит, или я ошибаюсь? Так, а ну. Ну их там дохуища просто. Я, конечно, хотел бы где-то спрятаться, но мне кажется, у меня это не получится. Короче, вот ящик еще этот лежит. Ну, по мне уже стреляют, пацаны. По мне уже стреляют, вот там вон ящик лежит, видите? Там вон лежит ящик, который нам нужно потом забрать. Все, пацаны, я не буду вам больше показывать, потому что, ну, я понимаю, это нереально самому сделать. Это самому сделать нереально. Вообще, нереально просто. Unreal, пацаны. Кто вот это сделает, блядь, я лично ему руку, сука, пожму нахуй, потому что одному это сделать нереально, абсолютно. Потому что их там дохуя просто. Там ботов, ну, человек, наверное, 12, наверное, реально. Человек 12. Как бы ракетница реагирует, я так понял, только на вертолеты. Ну, пацаны, это пизда просто. Я не знаю, каким образом вообще, что там нужно делать, чтобы, блядь, туда попасть. Ну, это просто unreal, пацаны. Я просто все. Все, я умываю руки, потому что это нереально сделать просто. Я вам показал вблизи, как это выглядит. Поэтому, пацаны, надеюсь, вы за хотя бы за это поставите лайк. Я бы с радостью хотел бы вам показать полностью эту систему. Но, пацаны, чтобы их завалить всех, ну, это нужно человек 30, наверное, мне кажется. Ну, серьезно, человек 30 нужно, чтобы их захуярить. Не, возможно, это много, я сказал, но, блядь, дохуя надо людей, дохуя просто. Потому что они по-любому с брониками, я думаю, потому что это охраняемая территория, типа спецназ. Поэтому, блядь, это пизда. А я думаю такой, блядь, а почему тут никого нету на этом аирдропе, блядь? Да потому что люди уже выкупили то, что в одиночку это нереально просто сделать. Возможно, потом я соберу свою фому, там человек хотя бы 15, и мы попробуем. Мы попробуем. Давайте вы наберете 300 лайков. Давайте вы набираете 300 лайков. Я собираю пацанов, и мы едем на этот аирдроп, когда он будет. И попытаемся все-таки их всех убить. И забрать этот ебаный ящик. Но давайте вы наберете реально 300 лайков, и мы это реализуем.